Доброе утро. Good morning, ladies and gentlemen. Доброе утро, дамы и господа. Позвольте начать свой доклад со слов о том, как приятно говорить мне здесь перед вами. И выразить благодарность. Во-первых, компании Takeda, которая пригласила меня выступить на этом симпозиуме по теме, которая, вероятно, покажется вам небезынтересной и существенной. И, во-вторых, поблагодарить нашего переводчика Марка, без помощи которого мне не удалось бы донести до вас сегодня свои мысли. Фотография на экране — это вид моего родного города Ливерпуля, города, который известен тремя вещами. Ансамблем Beatles. Кто-нибудь любит здесь музыку? Нет? Нет, никто? Футболом. Кто-нибудь любит футбол? И, наконец, достаточно сильной комической традицией. И, значит, поэтому время от времени я, может быть, даже позволю себе шутку. Будьте любезны, следующий слайд. Мне бы хотелось представить вам концепцию доказательной медицины. И одновременно представить вам, вашему вниманию, два достаточно простых инструмента, с помощью которых вы можете пользоваться достижениями доказательной медицины в своей практике. И два этих инструмента именуются критическая оценка и число пациентов, подлежащих лечению, или по английской аббревиатуре NNT, Number of Patients Needed to Treat. По мере того, как мы будем просматривать наши слайды, и в течение доклада я буду иллюстрировать свои слова некими слайдами. Дамы и господа, мне бы хотелось, чтобы вы вообразили себе, что вы тяжело больны. Или, быть может, это не вы, а ваш супруг, или ваша жена, или даже ребенок. И перед вами стоит выбор. Вы должны выбрать один из нескольких госпиталей, одну из нескольких клиник. На основании каких критериев вы выберете больницу? Ну, первый из них вам говорит врач. Врач говорит: «Я врач, доверьтесь мне, я знаю, что для вас лучше всего». Достаточно ли этого? Ну, в Великобритании, по крайней мере, этих слов было бы недостаточно. Во второй больнице вам говорят, что у нас достаточно большой опыт лечения заболеваний, подобных вашему. И у нас множество пациентов и больных с такой же болезнью, поэтому мы вас вылечим. В третьей больнице вам говорят, что это клиника с научно-исследовательским профилем, и мы будем лечить вас на основании результатов клинических испытаний. В четвертой больнице представляется несколько иной подход. Здесь говорится о том, что клинические испытания в реальном мире не слишком актуально, поэтому мы проводим большие популяционные исследования на больших сегментах населения. И мы называем это наблюдениями за исходом лечения. И на основании таких объемных исследований, собственно, рекомендуем тип и метод лечения. Наконец, в последней, пятой больнице, вам говорят о том, что лечение будет основываться на систематическом обзоре и анализе всех доступных клинических испытаний и их результатов, которые, в свою очередь, позволяют нам выбрать оптимальный способ лечения. Итак, какую из пяти больниц вы выберете, если вам бы предстояло выбрать такую, сделать этот выбор? Номер пять. Правильный ответ, верный ответ. Поздравляю вас. Многие врачи полагают, что доказательная медицина — это очень сложное понятие.
В действительности, доказательная медицина вовсе не, не сложная концепция, но это практическая философия, доступная каждому врачу. Это философская система, подразумевающая, что моего экспертного мнения недостаточно. Мне нужно видеть разные результаты и разные данные для выбора оптимального метода лечения. Английские, британские врачи зачастую говорят: у нас нет времени для этого. А я говорю им на это: вы утверждаете, что у вас нет времени для того, чтобы найти оптимальный способ лечения пациента? Но помилуйте, вы же врач. Лечить больных – это ваша задача. Так ведь? Итак, почему? Почему мы должны придерживаться принципов доказательной медицины? Во-первых, потому что человеческое поведение не слишком надежно. И когда врачу задают вопрос о том, как он приходит к решению или к выбору того или иного типа лечения, они нередко говорят. Врачи говорят, что я основываюсь в своем мнении на годах рациональных и объективных наблюдений всех подобных случаев. И это относится не только к британским врачам, но и к врачам во всем мире. Это общий, обычный подход врача к нозологии. К сожалению, это неверный подход. Правда же в том, что каждый из нас основывается свое мнение на длительном времени доверия к информации и данным, которые поддерживают ваше мнение, которые выступают в поддержку ваших воззрений и взглядов. И именно такую черту человеческой природы мы называем предвзятостью. Предвзятость присуща каждому из нас. Она часть человеческой природы. Но когда мы говорим о вещах столь важных, как выбор оптимального лечения той или иной болезни, нам нужно нечто большее, чем мнение предвзятое. Нам нужно преодолевать предвзятость. Нам нужно не пренебрегать доказательствами. И, между прочим, у нас есть пример, когда врачи, упорствуя в своем неверном мнении, как раз-таки, основываясь на предвзятости, привели к тому, что больница была закрыта. Я говорю об одном из британских эпизодов за последние несколько лет. Так или иначе, на чем основывается предвзятость? Например, доктор говорит пациенту о том, что он предлагает ему тот или иной тип лечения, однако пациент почему-то не хочет верить своему врачу и говорит: да, доктор, но свидетельства, которые вы приводите, не заслуживают доверия. И пациент фактически предлагает какие-то иные данные, которые не заслуживают доверия. Мы делаем это постоянно. Это общая черта всех людей. Мы зачастую основываем свои решения на предвзятости. Любопытно, что о предвзятости мы знаем много лет, я бы сказал, даже веков. О предвзятости писал великий древнегреческий философ Фукидид. О предвзятости писал великий поэт и мыслитель Данте. В средневековой Англии об этом писал Фрэнсис Бэкон, и об этом писал Лев Николаевич Толстой, если взять русский опыт. Нет ничего нового в предвзятости и в ее истории. Однако попытаемся
рассмотреть вопрос о том, как мы можем его преодолеть в медицинской профессии. И в этой связи мне бы хотелось привести вам пример сообщества Кокрейн. Сообщество Кокрейн представляет собой независимое международное сообщество врачей-клиницистов, заинтересованных в доказательной медицине. В настоящее время в сообществе состоит 28 тысяч специалистов, представляющих более 100 стран. Важность и значимость сообщества Cochrane таково, что в нем может участвовать каждый специалист, для которого важны подобные исследования. Сообщество Cochrane настолько важно, что ему предоставлено место, постоянное место на ассамблее Всемирной организации здравоохранения. Оно публикует более 5000 систематических обзоров клинических испытаний. В Великобритании Центр доказательной медицины располагается в Оксфордском университете, и его роль состоит в предоставлении помощи всем врачам-клиницистам, практикующим принципы доказательной медицины. Когда мы говорим об анализе и взвешивании доказательств, следует сказать несколько слов о иерархии доказательств. И здесь его можно, иерархию можно подразделить на несколько уровней. Первый или самый высокий уровень происходит из систематического обзора результатов всех доступных клинических испытаний и исследований. Конечно же, речь идет о исследованиях, которые основаны и обладают надлежащим строением и дизайном. На втором уровне мы говорим о систематическом обзоре отдельных когортных исследований или исследований, которые не соответствовали в полном мере всем лучшим стандартам качества. И в частности, я работаю в области фармакологической эпидемиологии, и к этой стезе относится второй уровень. Третий уровень – это систематический обзор конкретных случаев с однородностью. То есть мы говорим не о когортных или больших исследованиях, но, безусловно, можем говорить о сравнении двух этих типов, например, двух конкретных случаев лечения или случаев болезни. Наконец, на четвертом уровне мы говорим о некой последовательности клинических случаев при низком уровне когортного исследования и без возможности сравнения двух эпизодов. Наконец, на пятом уровне мы имеем дело с экспертным мнением. Хочу подчеркнуть важность этого пятого уровня, потому что в ряде случаев и в ряде нозологических обстоятельств у нас просто нету клинических исследований, поэтому врачи обязаны, и мы основываемся на экспертном мнении врачей, которым, конечно же, нельзя пренебрегать. Подобная иерархия доказательств ведет и направлена на снижение риска предвзятости. Предвзятость – это фактически всякое лечение, которое приводит к не тем или незапланированным результатам. То есть мы говорим о различии между наблюдаемыми результатами и истинными результатами по причинам проведения того или иного исследования. То есть неверные результаты – это следствие предвзятости. И здесь следует упомянуть несколько важных разновидностей предвзятости и пути ее преодоления.
Первый уровень предвзятости удаляется или преодолевается посредством рандомизации. Почему мы осуществляем рандомизацию клинических исследований? Позвольте задать вам вопрос. Детьми вы играли в футбол? Кто-нибудь из вас? Да? Кто? Никто не играл? Поднимите руки, пожалуйста, кто играл? Ну, как вы осуществляли набор в свою команду, футбольную команду? Вы для начала выбирали самых плохих игроков или самых хороших? Ну, конечно же, самых хороших. И, по сути, эта ситуация совершенно идентична выбору методов лечения. Вы выбираете или стремитесь выбрать оптимальный метод лечения пациента. И это совершенно единственно возможный и правильный вариант, которому, принцип которого придерживаются все врачи. Однако в клиническом исследовании мы видим, что это может привести к предвзятости выбора и привести к неверным результатам. Вот почему клинические исследования ведутся на рандомизированной основе, на случайной основе, так чтобы каждый участник клинического исследования имел ровно те же шансы и возможности, что и каждый другой участник. Второй тип предвзятости устраняется посредством принципа двойного слепого исследования. В неслепых исследованиях мы видим более высокий уровень положительных результатов, что во многом основывается на предвзятости ожидания результата. Вообразите, что вы участвуете в клиническом исследовании, и есть два типа лечения, и вы знаете, какой тип лечения получают те или иные пациенты. В одном случае вы уверены в оптимальности и достаточно высоком уровне проводимого лечения. В другом случае вы не знакомы с его особенностями и не уверены в результате. Поэтому совершенно очевидно, что в этих обстоятельствах вы приписываете наилучшие результаты тому типу лечения, которому вы доверяете. Для того, чтобы избавиться от этого типа предвзятости, мы проводим двойные слепые испытания, исследования, в соответствии с которым принципом ни врачи, ни пациенты не знают, какой тип лечения они получают. И, конечно же, в техническом смысле это сложнее осуществить, но плоды такого исследования несомненны. Доказательства существуют на четырех уровнях надежности и качества. От высокого через средний, низкий и очень низкий. Таким образом, мы видим, что рандомизирование, двойные слепые испытания обеспечивают наиболее высокий уровень доказательности. Это не всегда соответствует истине подобное положение, но чаще всего оно актуально. Теперь мне хотелось бы представить вашему вниманию два инструмента доказательной медицины, которые весьма просты в исследовании, и каждый из присутствующих в этом зале мог бы пользоваться ими в своей врачебной практике. Первый принцип мы именуем критической оценкой. Критическая оценка позволяет вам оценить уровень предлагаемого лечения. Второй инструмент, о котором я уже кратко упоминал, именуется числом пациентов, подлежащих лечению, или NNT. Теперь я рассмотрю два этих инструмента в подробности. Начнем с критической оценки.
Критическая оценка начинается с рассмотрения вопроса о пациентах. То есть, по крайней мере, мы должны быть уверены, что у нас пациенты принадлежат к, собственно, необходимой группе. Очевидно, что нет нужды прописывать диабетику лечение от астмы. Поэтому после того, как мы определились в соответствии группы пациентов в нашем терапевтическом цели, мы определяем мощность исследования, то есть сколько пациентов должны принимать участие в этом исследовании. И это, собственно, следует конкретным вычислениям мощности пациентов и ожидаемых результатах. К сожалению, многие исследования, клинические исследования не дают и не содержат вычислений мощности. Следующий вопрос, который мы задаемся, это рандомизация. Была ли проведена рандомизация? И в этом случае мы говорим о том, были ли группы одинаковы в начале проведения исследования и были ли им даны одни и те же средства, терапевтические средства. Далее мы задаемся вопросом, провели ли мы учет всех участников исследования в его конце. И этот вопрос необычайно важен, потому что есть два подхода к оценке результатов клинических исследований. В первом случае мы говорим о числе пациентов, завершивших лечение, и в этом конкретном случае мы рассматриваем случай только тех больных, которые завершили исследование, и фактически мы видим тот или иной результат. Во втором случае мы рассматриваем интенциональную группу, то есть группу пациентов, которые, в принципе, готовы были или намеревались участвовать в этом исследовании. И позвольте привести вам пример. Пример группы пациентов, которые участвовали в или имели интенцию участвовать в этом исследовании, и пациентов, которые завершили это исследование. На протяжении исследования, допустим, 50% выпало, 50 пациентов выпало, 25 пациентов закончили это исследование. Если мы рассматриваем анализ пациентов, закончивших лечение, то, соответственно, 25 пациентов, мы получаем итог в 50%. В случае интенционального исследования в конечный результат необходимо вносить все 100 пациентов, все 100 пациентов, которые начали или имели интенцию участвовать в исследовании. Вы видите, что в случае анализа, основанного на числе пациентов, закончивших лечение, мы видим преувеличение положительного результата. И только интенциональный подход имеет терапевтическую ценность. Если кому-либо из вас выдавалось или доводилось или доведется участвовать в медицинских конференциях в Соединенных Штатах Америки, вы можете обратить внимание, что американские врачи чаще всего рассматривают случаи пациентов, завершивших лечение, процесс лечения или участие в исследовании, что отчасти происходит из того, что американцы всегда любят представлять вещи лучше, чем они есть на самом деле. Второй вопрос, который нам предстоит решить, это вопрос о дизайне или строении клинического исследования. И, конечно же, этот вопрос обладает большой важностью. В частности, вопрос о контролировании по плацебо. Ну, конечно же, здесь мы имеем дело с рядом этических соображений в тех случаях, когда речь идет о сложных случаях и сложных заболеваниях, но, тем не менее, подобный подход обеспечивает золотой стандарт клинических исследований, которым мы все должны, конечно же, придерживаться. Следующий вопрос – это продолжительность исследования и его надлежащая продолжительность, после чего мы задаемся вопросами о результатах. И, в частности,
об измерении результатов. Измерения результатов, конечно же, должны проводиться таким образом, чтобы клиницисты чувствовали надежность и были уверены в результатах данных исследований. Но, к сожалению, в ряде случаев это тестирование не проводится надлежащим образом. Кроме того, нам нужно быть уверенным в клинической актуальности подобных исследований и о том, что они приводят к действительно положительному сдвиге, положительной динамике в состоянии пациента. В противном случае результаты исследования будут иметь исключительно академический интерес. Нам следует задаться вопросом о том, в какой мере и насколько велик этот терапевтический эффект. Зачастую или в ряде случаев мы не получаем очень высокого терапевтического эффекта, но тем не менее в случаях высокого спроса на клиническую помощь и неудовлетворенного спроса подобные результаты все-таки обладают практическим значением. Наконец, вопрос, который нам нужно задать себе, это достоверность и точность этих результатов. И после того, как мы ответили на все эти вопросы, нам нужно задаться вопросом самим и задать вопрос себе самим, а именно в какой мере и каким образом эти результаты помогут мне, как врачу-клиницисту, в лечении своих пациентов. Этот последний вопрос обладает существенным значением. Мы переходим к понятию NNT, то есть числу пациентов, подлежащих лечению. Мы чаще всего задаем себе два вопроса. Эффективно ли лечение и насколько оно эффективно? Показатель NNT отвечает на второй вопрос. NNT говорит нам о клинической значимости лечения. О его ценности. Это страница из британского сайта, посвященного доказательной медицине, Бандолье. В Великобритании Национальная служба здравоохранения рекомендует всем врачам использовать NNT, этот самый показатель, который для определения оптимального метода лечения. А причина, по которой эта служба рекомендует пользоваться NNT, состоит в том, что это простой в использовании и понятный параметр. Когда я провожу соответствующие курсы для докторов, для врачей в Великобритании, я зачастую вижу выражение неудовлетворенности или разочарования на их лице, которые говорят, статистика мне не нужна, нет, спасибо большое, я врач, я занимаюсь медициной, статистика мне не нужна. И да, NNT – это действительно статистические показатели, но я обещаю вам, дамы и господа, что это самый простой статистический показатель из всех, которыми вам приходилось пользоваться. Я обещаю вам, к тому времени, как мы завершим этот доклад, в 4 часа дня, да? Каждый из вас сможет с легкостью высчитывать NNT. Итак, что это такое? Число пациентов, подлежащих лечению. Или иначе, согласно этой аббревиатуре, КПП. Ну, NNT все-таки. Это среднее число пациентов, нуждающихся в лечении в течение конкретного периода времени. NNT – это параметр, это число пациентов, нуждающихся в лечении для предотвращения одного негативного исхода или отрицательного исхода. Это совершенно иная концепция от той, которая обычно применяется в медицинской статистике. Оно основано на
абсолютной разницы эффектов, то, как мы это называем, разных методов лечения. Это может звучать слишком сложно, но позвольте мне пройти с вами через этот процесс, и вы увидите на примере, насколько это в действительности просто. Анализируя результаты клинических исследований, возможно, есть две возможности. Мы можем рассматривать относительные различия и абсолютные различия между двумя методами. Давайте начнем с относительными различий. Начнем с относительных различий. Вот результаты клинического исследования. В одном случае лечению поддали 48% больных, в другом случае 24% больных. И относительный риск или разница достигается посредством разделения, деления первого параметра на другой, 48 на 24. Итак, в данном случае ответ это 2. То есть относительный результат лечения это 2. Представьте себе, что я профессор в Московском медицинском университете, и я обучаю студентов. И я говорю студентам, что вот этот тип лечения, вот этот метод лечения в 2 раза лучше второго. Верно ли это? Да, конечно, это верно. Дважды, он первый метод в 2 раза успешнее. Но давайте посмотрим другое клиническое исследование. Согласно результатам которого, лишь 4,8% больных на лечении X показали положительный результат. Против 2,4% больных в случае лечения Y. Здесь мы тоже видим относительный риск, показатель 2. Итак, профессор говорит студентам, соответственно, лечение X в 2 раза лучше лечения Y. И это тоже верно, это тоже справедливо. Но вы видите, что фактическая величина этого эффекта гораздо меньше. Так что, быть может, рассмотрение относительной разницы между результатами не самый положительный, не самый оптимальный путь. Давайте вернемся к понятию абсолютных различий между результатами. Здесь мы производим операцию, другую арифметическую операцию. Мы отнимаем от 48 24. Мы получаем результат 24%. То есть я, как профессор в медицинской академии, по-прежнему читаю курс своим студентам и говорю, дамы и господа, разница между двумя этими типами лечения 24. И кто-то сзади зала поднимает руку и говорит, студент, профессор, я не понимаю, потому что это не очень просто, правда, объяснить, что такое 24%. Давайте перейдем к следующему типу исследования. Здесь у нас, соответственно, абсолютная разница. При том, что мы отнимаем от 4,8 2,4, мы приходим к значению 2,4%. Это довольно любопытно, потому что 2 этих исследования показали абсолютно одинаковые относительные различия. 2. Но при этом у нас 10-кратная разница в абсолютных различиях. То есть абсолютные различия показывают нам нечто отличное или более важное по сравнению с относительными значениями. Но можем ли мы прийти к некоему активному, простому
методу исчисления. И это то, где вступает в игру понятие NNT. Число пациентов, подлежащих лечению, или NNT, основан на абсолютных различиях между результатами лечения и основывается, это тем самым представляет собой более рациональный путь оценки результатов. Как со всем в жизни, существуют некие правила, которые следует выполнять для вычисления этого параметра. Во-первых, все эти расчеты, уверяю вас, могут, грубо говоря, осуществляться на салфетке или оборотной стороне сигаретной пачки. Я бы был очень признателен вам, чтобы вы донесли до всех своих коллег, что это очень простые вычисления, которые не требуют калькуляторов. И, наконец, третье правило. NNT можно высчитывать двумя способами. Есть так называемый официальный путь, который приводится во всех официальных учебниках по доказательной медицине, и он, между прочим, воспринимается достаточно тяжело. Он достаточно сложно прописан, тогда как NNT — это в действительности очень простой параметр. Итак, второй путь — это мой путь. И я его называю метод Дом Периньон. Вот бутылка Дом Периньон на этом слайде, которая в Великобритании стоит 280 евро за бутылку. Это дорогое шампанское. Представьте себе, что однажды вы проходите мимо магазина и видите вот этот знак. Вот это объявление. Скидка в 25%. Надо же. Хорошая скидка. Если вы любите шампанское, если вам нравится шампанское, то это, безусловно, вас заинтересует. Сколько бутылок нужно купить для того, чтобы фактически получить бутылку бесплатно? Кто сказал 4? Можно, будьте любезны, поднимите руку. Кто сказал 4? Никто не сказал. А, спасибо. Да, все правильно? Это и есть NNT. Это то, как вы вычисляете NNT. Господин, мой коллега, который сказал 4, не пользовался калькулятором. Он сказал это сразу, потому что он знал ответ. Так, я уверен, и все из вас. Как мы можем перейти от этой аналогии, от бутылки Дом Периньон к, собственно, клиническим исследованиям? Давайте попытаемся это сделать. Во-первых, мы рассчитываем абсолютное снижение риска. Это так называемое число Дом Периньон. И получив этот параметр, задайтесь вопросом, если у меня вот столько бесплатного шампанского, сколько мне нужно купить бутылок для того, чтобы получить одну бесплатную бутылку? Если, между прочим, подходить к этому именно так, то ответ всегда будет на поверхности. Тем не менее, вот официальный путь расчета. Это расчет абсолютного снижения риска по проценту посредством арифметического отнятия частоты событий в контрольной группе от частоты событий в активной группе. И чаще всего, когда люди видят это уравнение, то они тянутся за калькуляторами. В действительности, если вы пользуетесь методом Дом Периньон, то это не потребуется. Так, давайте посмотрим, как это работает на практике. Вот клиническое исследование. 48% пациентов достигли результата положительного.
в основной группе и 16% в контрольной группе. Каково значение NNT? Три. Очень хорошо. Вот оно, вот он небольшой расчет. 48 минус 16, 32. У нас 32% бесплатного шампанского. Сколько нам нужно купить бутылок шампанского, чтобы получить, значит, одну бесплатную? Ответ – 3. Но не... Но безусловно, это 3 с неким остатком. Но вот что интересно в отношении показателя NNT. Это число пациентов. Так что совершенно очевидно, что это должно быть целое число. Нельзя иметь 3 пациента и руку пациента, да? От четвертого. То есть NNT – это всегда целое число, которое может быть округлено до целого числа ниже или выше, до следующего целого или предыдущего целого числа. Чем ниже этот показатель, тем выше клиническое значение. Не исключено, что NNT будет соответствовать одному, но это очень редко. В этом случае 100% ваших пациентов должны ответить на лечение в 100% случаев. И единственный случай, который я могу процитировать, это, наверное, устранение вшей. Вот. И, наверное, только потому, что в ШАМ никто не пытался объяснить об разъяснить эффект плацебо. Собственно, показатель NNT или КПП, согласно данной русской аббревиатуре 2, показывает очень высокую клиническую значимость данного лечения. При параметре 5 или выше следует ожидать следующих результатов. Высокий NNT ожидается при долгосрочном или профилактическом лечении. Я приведу несколько примеров этого высокого NNT при профилактическом лечении в конце этого доклада. Еще одно важное обстоятельство – это понятие доверительного интервала. 95% доверительного интервала. Для расчета этого на сайте Университета Британской Колумбии доступна бесплатная программа для расчета доверительного интервала. Клиническое значение, значимость лечения на сайте Университета Британской Колумбии находится в открытом доступе. 95% доверительный интервал показывает вам уровень доверия к своим результатам. Соответственно, узкий доверительный интервал хорош, наоборот, широкий интервал – это плохо. Представьте себе, что вы, значит, номер, показатель NNT у вас 4. И в этом случае доверительный интервал показывает лучше и худшую область применения данного показателя. То есть вы имеете, если вы имеете 3 и 5 в двух группах, а тогда как NNT 4, то это результаты, в соответствии с которыми вы можете доверять данному лечению. Но что если ваш NNT 4? А доверительный интервал идет от 3 до 500. То это означает, что лучший результат – это 3, а худший – это 500. В этом случае ваш доверительный интервал невысок. Или... И в ряде случаев, как это будет показано ниже, доверительный интервал достигает бесконечности. Если доверительный интервал достигает бесконечности, это означает, что нет никакой разницы между типами лечения.
Рассмотрим несколько случаев, клинических случаев. Здесь мне бы хотелось показать вам два различных клинических исследования с использованием критической оценки и NNT, и попытаемся посмотреть, как это работает на практике. Наше первое исследование основано на сравнении октавигина и цитиколина в остром периоде ишемического инсульта. Вот наша небольшая анкета по критической оценке, и нам нужно, соответственно, внести соответствующие ответы на эти вопросы. Первый вопрос. Кто, собственно, пациенты? Это пациенты в остром периоде после ишемического инсульта. Сколько пациентов? 104. Достаточно ли было число? Этого мы не знаем. Потому что в соответственном отчете об исследовании нет указания на мощность. Было ли проведено рандомизирование? Ответ «да». Было ли исследование двойным слепым? Ответ «нет». Было ли оно контролируемым по плацебо? Нет. Насколько оно было длительным? 10 дней. Достаточно ли это было длительным? Ответ «да». Хотя результаты исследовались в течение 30 дней. Каковы были критерии оценки? Вот Ранкин и Бартель, и два этих стандарта оба считаются клинически допустимыми. Были ли группы на исходном уровне? Ответ – нет. Были ли пациенты учтены в конце исследования, были ли они проанализированы в группах? Насколько высок был эффект лечения? Вот четыре показателя по лечению. Очевидно, что все они были выше, чем в контрольной группе. Каков был NNT, показатель NNT? Давайте посмотрим. По цитоколину, по сравнению с основным, это был 3. По октавигину и контролю 3. По комбинированной терапии также 3. Итак, мы можем говорить, что во всех трех типах лечения все они весьма эффективны. А что насчет комбинированной терапии? Было ли оно предпочтительно по сравнению только с цитиколином или только с октавигином? В действительности, несмотря на то, что мы можем высчитать NNT, в каждом из этих случаев доверительный интервал достигает бесконечности. Так что с точки зрения эффективности лечения мы не видим разницы между этими тремя способами. Как мы можем интерпретировать? Интерпретирование основано на доверительности или на доверительном интервале данных. 95-процентный доверительный интервал для комбинированной терапии гораздо уже, чем 95-процентный доверительный интервал для двух индивидуализированных или индивидуальных типов терапии, терапии одним монотерапией, терапии одним препаратом. Таким образом, мы приходим к выводу, что комбинированная терапия предпочтительна. И если бы инсульт случился со мной или с кем-либо из моих близких, я бы просил комбинированного лечения, как, я уверен, и все вы. Давайте вернемся к слайду о критической оценке. Какой это уровень?
наш, собственно, уровень доказательности — это 2. В результате того, что дизайн исследования был далек от желаемого. Оно не было двойным слепым, пациенты не прошли совершенно одинаковое лечение. И тем не менее, исследование дает нам достаточно высокий уровень доказательности. Как мы можем интерпретировать эти результаты? Как это нам поможет? Ну, я уверен, что вы согласитесь с тем, что лечение пациента в остром периоде после ишемического инсульта — это область высокого клинического спроса. Лишь теперь и гораздо более эффективно, чем основываясь на экспертном мнении, мы можем принимать решения на основе доказательных медицины. Данных доказательных медицины. Позволю перейти к следующему анализу. Я обратил внимание на то, что Василий упоминал это исследование профессора Циглера по октавигину при лечении диабетической полинейропатии. И здесь мы вернемся к своей матрице и ответим на те же вопросы. Итак, это пациенты с диабетом типа 2 с симптоматической полинейропатией, 567, достаточно высокое число пациентов, и была проведена мощность, что показало верность числа. Рандомизирование проводилось, это было двойное слепое исследование. Контролировалось ли оно по плацебо? Ответ — да. Как длительно оно проводилось? Это длительное исследование, 160 дней. Оно отражало клиническую практику. Достаточно ли это было? Каковы были исходы? Использовались 2 по вибрационной чувствительности и общим симптомам. Были ли одинаковы в начале, получали ли одинаковое лечение? Да. Были ли результаты клинически значимы? Да. В конце, значит, исследования все ли принимались во внимание? Ответ — да. Во всех группах они анализировались. Иными словами, это замечательное исследование, и это не мое мнение, а данные критической оценки. Итак, насколько высок уровень эффект лечения? Обратите внимание, достаточно высокий уровень ответа в группе по плацебо. Каков показатель NNT? Показатель NNT составлял 8. 95% интервал от 5 до 23. Иными словами, здесь мы видим эффективное лечение, не настолько высокое, как нам, возможно, хотелось бы, но, безусловно, диабетическая полинейропатия — это сложно поддающееся лечению заболевание. Каков здесь уровень доказательности? Это уровень Б. Но мы видим, безусловно, высокое качество, наблюдаем высокое качество результатов исследований. Как это поможет нам в принятии решения относительно лечения данного пациента? Ну, как вам известно, диабетическая полинейропатия — это область высокого клинического спроса, и здесь мы также видим высококачественные доказательства относительно методов лечения. Мне бы хотелось также произвести систематический обзор
того, как производится систематический обзор, а также сказать несколько слов о показателе NNT. Это, собственно, исследование, которое провожу я сам и готовлю эти данные к публикации. Это исследование Октавигина при деменции, соответственно, со следующими критериями. Я говорю о рандомизированном, двойном, слепом, плацебо-контролируемом из клинического исследования Октавигина у пациентов с деменцией. Исследование проводилось в ноябре прошлого года согласно следующей стратегии. Во-первых, был произведен поиск в PubMed по всем публикациям на английском языке, опубликованным до ноября 2012 года по ключевому термину «Октавигин». Затем это было произведено, подобный поиск был произведен в регистре Alois в Кокроновском сообществе. После этого производилась фактически ручная, как можно сказать, проверка списков литературы из выявленных публикаций, поиск по регистру клинических исследований. И, наконец, я обратился к производителям препарата, компании Takeda, попросив предоставить информацию о любых соответствующих непубликованных данных. Вот такие результаты были достигнуты. Alois и PubMed дали 4 исследования, 4 ссылки на исследования на английском и 2 на немецком языках. Ручной поиск позволил выявить 9 дополнительных исследований. Наконец, компания Takeda предоставила результат одного неопубликованного исследования. Однако по ряду критериев часть из этих исследований не могли быть включены в конечную картину, как это показано на слайде. Так, после процесса исключения неудовлетворяющих критериям отбора исследований, мы пришли к 6 исследованиям на английском языке, однако и они не использовали параллельное лечение, или цифры пациентов были ниже порога малого эффекта, и поэтому, в конце концов, у нас осталось всего 3 рандомизированных плацебо-контролируемых исследований, которые удовлетворяли критериям отбора. В частности, это было исследование Германа, Кановского и, наконец, 96-го года. Конечно, необходимо произвести оценку качества, оценку критического анализа, критической оценки по вышеприведенной матрице. Эти исследования различались в ряде параметров. 2 из них были 4-недельными, но с разной дозировкой октавигина. 3-е происходило в течение 12 недель, и это было пероральное применение препарата. По причине этих различий мне представлялось целесообразным не собирать вместе, не образовывать пул результатов, а сравнить их посредством показателей NNT. Использовались 2 методики оценки и измерения эффекта по общей клиническому впечатлению. И я, в частности, вопрос эффекта на лечение определялся с точки зрения оценки клинического состояния. Вот результаты исследований, и вы можете обратить внимание на то, что они весьма различны по октавигину и плацебо. В каждом случае пациенты, получавшие октавигин, безусловно, отвечали существенно лучше, чем в группе плацебо. Конечно же, именно показатель NNT позволяет нам интерпретировать эти данные соответствующим образом. При соответствующей оценке этих результатов мы видим, что в первом случае NNT это 4, а во втором и в третьем исследованиях 3.
Ну, мне кажется, что эти данные весьма интересны и важны, потому что мы наблюдаем три исследования, которые проводились в разное время, в разных популяциях пациентов, различными врачами в разных странах. Однако результаты по этим исследованиям весьма последовательны. Это означает достаточно высокий уровень доверительности. Октавиген эффективен при лечении пациентов с деменцией. Я говорил ранее, что приведу несколько примеров других использований NNT для того, чтобы придать некий контекст этой информации. И начну я с лечения в остром периоде. Вот несколько NNT в случае острого лечения, например, NNT по морфину выше, чем в случае с аспирином или трамадолом. Конечно же, следует принимать решение о том, о назначении морфия. При лечении эпилепсии мы видим, что габапентин, исключительно широко используемый в Великобритании препарат, менее эффективен по сравнению с топирамидом. Возможно, я говорил вам о том, что NNT я получал с веб-сайта Национальной службы здравоохранения и доказательной медицины. В ряде случаев мы видим достаточно высокие NNT, в частности, это по предотвращению смертности после инфаркта миокарда. В ряде случаев на протяжении длительного времени стрептокиназа воспринималась как своего рода золотой стандарт. Однако это исследование показало, что сочетание аспирина и стрептокиназы в два раза выше. Поэтому совершенно очевидно, что в случае инфаркта миокарда следует назначать комбинированную лечение аспирина и стрептокиназы. В вопросе о профилактике инсульта в течение года после заболевания вот такие были результаты по NNT. Простой антигипертензивный препарат для легкой гипертонии мы получаем NNT в 700. Существенно, что в Великобритании большинство врачей предписывают простой антигипертензивный препарат для легкой гипертонии. Иными словами, когда вы сопоставляете эти показатели, вы получите, безусловно, более значимые клинические показатели относительно эффективности этих методов. В качестве выводов мне хотелось бы сказать следующее. Предвзятость — это человеческая черта, это часть нашей природы, от самых опытных профессоров до врачей-интернов. Нам не уйти от предвзятости. Экспертное мнение, безусловно, является убедительным доказательством в случаях высокой неудовлетворенности клинической потребности. Критическая оценка позволяет сделать правильный выбор для вашего пациента и судить о качестве доказательств. И, наконец, NNT, или число подлежащих лечению пациентов, позволяет судить о силе доказательств и о возможности сделать правильный выбор для лечения.
дамы и господа, вот в сущности, что я хотел сказать в этом докладе. Спасибо. Простите. Надеюсь, вам это показалось не безинтересным, может быть, даже в чем-то интересным или познавательным. Если вам хочется спросить меня о чем-то, то я готов к вашим вопросам. Большое спасибо.